Если вы цените в мебели утонченность, оригинальность и функциональность, если мечтаете наполнить свой интерьер высокой эстетикой и стильной, незаурядной мебелью из премиальных материалов, то это видео для вас. Всем привет, меня зовут Ева, я менеджер компании Globus. Мы помогаем нашим клиентам приобретать премиальную мебель, сантехнику, декор и освещение из Китая по действительно выгодным ценам. А сегодня мы находимся на без преувеличения уникальной фабрике, ведь это единственная фабрика на юге Китая, которая специализируется на производстве премиальных реплик мебели от итальянского бренда Henge. Здесь вы найдете самое большое разнообразие коллекции Henge, не только мебели, но и декора и освещения. А все, что вы увидите в этом выпуске, возможно приобрести с нашей компанией Globus онлайн или даже посетить этот невероятный шоурум в рамках мебельного тура в Китае с Globus. В этом выпуске постараемся сделать максимально полный обзор шоурума, рассказать о преимуществах и, конечно, ценах, которые в разы выгоднее, чем цены на оригинальную продукцию. Но сперва ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Прежде чем мы начнем наш обзор шоурума, давайте познакомимся с тем, что вдохновляет производителя на создание всего, что вы увидите сегодня. Это итальянский бренд премиальной мебели Henge. Henge – это не просто мебель, это настоящее искусство и дизайн. Основанный в Италии в 2007 году, этот бренд известен тем, что сочетает традиционное мастерство с современными инновациями, создавая предметы, которые не только функциональны, но и невероятно красивы. В их работе используются только лучшие материалы, такие как латунь, камень и древесина. А многие детали выполняются вручную, делая каждое изделие по-настоящему уникальным. Коллекции Henge выделяются своей эксклюзивностью и утонченным стилем, что делает этот бренд символом роскоши в мире интерьеров. И самое приятное, вы можете привнести эту элегантность в свой дом по значительно более доступной цене, благодаря репликам, которые производятся на этой фабрике. А теперь давайте посмотрим, как фабрика воплощает дух Henge, предлагая потрясающие изделия, переосмысляющие возможности роскошных интерьеров. Гостиная полностью обустроена мебелью от Henge, центром интерьера является диван Leyland 2018 года от дизайнера Массимо Кастани. Четкие линии характеризуют строгий современный стиль дивана Leyland, изящного и очень выразительного, который по-новому трактует объемы и пропорции, опираясь на элегантные латунные ножки, которые подчеркивают легкость конструкции. Это модульный диван, поэтому можем экспериментировать с формами и размерами. Также фабрика демонстрирует возможности по кастомизации. Для обивки вы можете выбрать нубук, либо текстиль, либо кожа. И, кстати, используются только импортные материалы в основном. Это итальянские ткани, кожа и замша. Это широкий, комфортный диван, очень глубокие сиденья, поэтому если вы высокого роста, то смело можете рассматривать эту модель. И, конечно, мне хочется отметить оформление стеллажа. Это первоклассная реплика стеллажа Бистро от Henge, такой брутальный, но в то же время очень элегантный дизайн. Производитель работает с нержавеющей сталью, используя необычную технику химической обработки материала, после чего поверхность приобретает необычный эффект коррозии, состаренности, что безусловно придает шарма этой модели. Высота секции 4 метра, фабрика работает с различными размерами и высоту вы можете регулировать. Также вы можете подобрать любое количество секций, располагать их линейно или под углом. И, кстати, интересная идея располагать такой стеллаж не у стены, а в центре комнаты, использовать такой стеллаж как разделительный элемент. И хочу обратить ваше внимание на это большое разнообразие предметов мебели из разных коллекций Henge, которые производитель демонстрирует здесь. Это и обеденный стол на металлической ножке, возвышается круглая мраморная столешница. И, кстати, обратите внимание на высоту, этот стол чуть ниже, чем стандартный обеденный стол. Представлено большое количество разнообразных журнальных приставных столиков из нержавеющей стали со столешницами из
шифона, либо натурального мрамора. Даже представлена вот такая модель приставного столика, одна из самых популярных моделей этого бренда. Она, как и ножки дивана, полностью выполняется из латуни. Одна из самых популярных моделей бестселлер бренда Hinge – это кресло Voyage. Стильное оформление, четкие формы и органичное сочетание материалов. Для обивки используется нубук. А чтобы разнообразить эту модель, вы можете комбинировать нубук в обивке мягких подушек с кожей для оформления боковин кресла. Кресло имеет комфортную посадку, широкие глубокие сиденья, а также благодаря изогнутой спинке вы находитесь в максимально удобном положении, сидя на этом кресле. Имеется дополнительная мягкая подушка для еще большего комфорта, и это вращающееся кресло вращается очень мягко и плавно, и само возвращается в исходное положение. И по моим ощущениям установлен очень надежный прочный механизм, который не расшатается со временем. Классное, красивое, стильное, главное, комфортное кресло, которое вы можете использовать в интерьерах гостиных, спален или даже офисных пространств. Невероятный обеденный стол также от бренда Hinge, длина более 3 метров. Это действительно массивная конструкция. Однако размер можно уменьшить, чтобы вписать стол в более стандартные интерьеры. Все это можно обсудить с фабрикой. Массивные ножки выполняются из натурального мрамора и так же, как и столешница, оформляются нержавеющей сталью с тем же эффектом, о котором мы уже говорили. Очень понятный графичный дизайн, такой чистый минимализм, который разбавляется асимметрией ножек. И в данном пространстве стол дополняется обеденными стульями из коллекции Hinge 2019 года. Каркас выполняется из ясеня, а в качестве обивки выбран нубук. Спинку поддерживают три ножки, и именно благодаря изогнутой форме задней ножки стул обретает свой шарм и комфорт. А теперь давайте проверим, насколько удобна эта модель, ведь красота красотой, но мебель должна быть удобной. Что ж, хочу сразу отметить комфортную посадку, довольно широкое сиденье, и мне очень нравится здесь наличие подлокотников. Также хочу отметить комфортную высоту спинки, то есть сидя на этом стуле, вы чувствуете себя абсолютно удобно, нигде ничего не мешает. Очень удобная модель, и в плане дизайна, на мой взгляд, отличная универсальная модель стула, которая подойдет для домашних интерьеров и не только. Ну и, конечно, свет, друзья. Давайте обратим внимание на этот шикарный массивный подвесной светильник, также от Hinge. Этот бренд знаменит не только своей мебелью, но и декором и освещением. Эта фабрика мастерски овладела технологией производства светильников. Здесь они презентуют вот такую массивную модель. Состоит она из отдельных элементов, которые свариваются друг с другом, и каждый из элементов подвешивается под потолок с помощью металлических тросов. Здесь представлена вариация в размере где-то 3 метра, но, конечно, вы можете изменить размер, это легко можно обсудить с фабрикой. Невероятно редкая модель кровати, которую вы не встретите ни в одном другом шоуруме любого другого производителя. И даже на выставках нам никогда не удалось найти эту кровать. Модель Noctis 2019 года от дизайнера Массимо Кастанья. Кровать выделяется своим изголовьем, которое как бы заключает вас в свои объятия. Основание устанавливается на утонченные ножки, а для обивки основания изголовья используется нубук. Задняя часть изголовья закрывается элементом из нержавеющей стали. Выглядит очень эффектно и необычно, поэтому такую кровать можно устанавливать и в центре комнаты. И при желании этот металлический элемент может быть заменен на стандартную обивку изголовья. И все эти моменты по кастомизации вы можете обговорить на
напрямую с вашим персональным менеджером в WhatsApp или Telegram, если вы общаетесь и работаете онлайн, либо на месте в этом шоуруме, если вы посещаете его в рамках мебельного тура в Китай с компанией Globus. В этом пространстве мне также хочется отметить освещение. Начнем с этих подвесных светильников от Henge. Вы их можете найти и на официальном веб-сайте компании. Очень интересная модель, выделяется своим дизайном не для всех интерьеров. Здесь очень ярко прослеживается такой брутальный индустриальный дизайн, однако выглядит очень интересно, и в грамотно продуманных интерьерах такой светильник имеет место быть. И хочу обратить ваше внимание на оформление стены. Здесь мы видим такой подвесной светильник. Конструкция выполняется из нержавеющей стали, и каждая чаша закрывает источник света. Конечно, такой светильник не даст достаточное количество света, чтобы осветить всю комнату, однако совершенно точно создаст неповторимую атмосферу и настроение в вашем интерьере. Поэтому вдохновляемся и берем на заметку. Еще одна невероятная гостиная со вкусом, обустроенная репликами мебели от бренда Henge. Здесь мне хочется выделить оформление стены с этим невероятным подвесным светильником, и это уже дизайн от фабрики. Сложная настенная композиция. На металлический каркас накладываются акриловые элементы, а сверху они закрываются тонкими пластинами из натурального мрамора, которые, подсвечивая, создают невероятно красивый эффект, наполняя пространство мягким светом. А направление каждого элемента вы можете регулировать самостоятельно, так как вам угодно. В пространстве представлены также две модели диванов современной стилистики с нотками индустриального дизайна, а, конечно, большое количество журнальных и приставных столиков. Стилистике этой мебели не присуща погоня за идеальностью. Напротив, мебель, созданная из благородных материалов, остается очаровательной и неповторимой, не перегружая интерьер лишними деталями, оставляя пространству свободу, создавая ощущение легкого несовершенства домашней обстановки. Конечно, хочется отдать должное владельцу этой фабрики за невероятное оформление этого шоурума. Здесь в каждом пространстве сохраняются концепции бренда Henge. А каждый интерьер позволяет клиентам прочувствовать атмосферу, которую они смогут воссоздать у себя дома с мебелью, приобретенной на этой фабрике. А сделать это можно двумя способами с нашей компанией Globus – онлайн или офлайн. Вы можете воспользоваться нашей платформой, на которой собраны тысячи позиций мебели, освещения, сантехники от сотен брендов дизайнеров. Удобный интерфейс позволяет быстро разобраться и обеспечивает комфортное пользование. Весь цикл заказа от выбора до получения будет курироваться персональным менеджером, который будет находиться с вами на связи каждый день. Все для интерьера вы можете приобрести офлайн в рамках мебельного шопинг-тура в Китай с компанией Globus. В аэропорту вас встретит личный водитель с персональным менеджером, который будет сопровождать вас каждый день. Вы посетите лучшие шоурумы, подобранные индивидуально для вас, выберите то, что подходит именно вам, а мы будем с вами от начала до конца. А за более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам в WhatsApp или Telegram по этим QR-кодам, а вся информация будет в описании. Шикарная кухня от Henge, представленная фабрикой. Эта модель находится еще в этапе доработки, однако уже в следующем году фабрика обещает презентовать завершенную доработанную версию этой кухни, а также и другие модели. Выделяется она, конечно, этим невероятным массивным кухонным островом. Грандиозная конструкция, которая сама по себе, как мраморная скульптура, собирает вокруг себя весь интерьер, делая его завершенным. Каркас выполняется из многослойной фанеры, на которую накладываются элементы из натурального мрамора. И как результат мы получаем необычный, выдающийся кухонный остров со сложными гранями, который очень эффектно можно подчеркнуть подсветкой. Кухонные шкафы тоже выделяются своим экстравагантным оформлением. На фасады накладываются листы нержавеющей стали с эффектом коррозии, который достигается благодаря химической обработке. Благодаря такому эффекту мебель приобретает незаурядный внешний вид с нотками индустриального стиля. Пока что эта кухня, к сожалению, недоступна к заказу, однако уже в следующем году фабрика порадует нас расширением и обновлением своего ассортимента, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, на наши соцсети и следите за обновлениями.
С мебелью от этой фабрики вы можете легко создать интерьер целого дома, выдержанный в едином стиле бренда Henge. В этом open space пространстве кухня соединяется с гостиной, посмотрите, насколько органично все сочетается. И даже материалы обивки барных стульев и дивана перекликаются между собой. Здесь же я хочу обратить ваше внимание на этот диван. Это модульный диван, состоит из многочисленных секций, которые соединяются между собой. И внешне этот диван чем-то напоминает мне модель от бренда Deseda, который признан самым длинным диваном в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. И, кстати, более детальный обзор на этот диван вы можете посмотреть в нашем предыдущем видео, перейдя по этой ссылке. Обязательно пишите в комментариях, если вы тоже находите некоторые сходства между этими двумя моделями. Этот же диван немного спорный, на мой взгляд, в плане удобства и эргономичности, ведь сиденья очень глубокие, спинки низкие и установлены под углом. Поэтому на этом диване у вас не получится сидеть. На этом диване нужно находиться в положении лежа или полулежа за просмотром, например, фильма. И, кстати, на мой взгляд, этот диван может стать отличным выбором для домашних кинотеатров, если у вас такое имеется. И здесь производитель демонстрирует опции по кастомизации. Для обивки вы можете выбрать замшу, кожу, либо текстиль, или комбинировать их между собой, создавая интересные комбинации. Очень спорный, однако необычный диван, который точно заслуживает внимания. Что ж, это все на сегодня. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам наш обзор и что вы думаете про мебель от бренда Henge. Если вы хотите заказать позиции из этого шоурума или добавить его в программу вашего мебельного тура в Китай с компанией Globus, пишите в комментариях, либо оставляйте сообщение нашим менеджерам. А я увижу вас в следующем выпуске. Всем пока!